СССР получил ракету, с которой не могла сравниться ни одна американская. Тогда в секретных документах ее называли «воеводой». Это потом она стала «сатаной». Может быть, за цвет покрытия черного цвета. Она, конечно, страшновато так. Но на самом деле, она, конечно, мощнейшая ракета. Таких ракет в мире нет. Ракета СС-18 относится к четвертому поколению межконтинентальных баллистических ракет. Она может лететь на расстояние свыше 11 тысяч километров и несет в себе, ни для кого это теперь не секрет, до 10 разделяющихся боеголовок общим весом свыше 8 тонн. Конструкторы вооружили эту ракету таким боевым оснащением, которое позволяет прорваться через любые возможные препятствия на ее пути. Даже если это будет термоядерный взрыв атомной бомбы.